Девочки, всем привет! Доброе утро! Я на кухне опять отработала, сходила в душ. И вон, отварила лапшу с грибным соусом. Теперь надо прибрать. Ой! Так, что это у нас? Понятно. Эти китайские палочки вверх ногами ложат. Короче, погода непонятная. То солнышко, то темно. Сегодня утром проснулась от того, что дождь барабанит. И думала, можно сходить погулять. Сначала я думала. А потом, глядя на эту погоду, передумала. Вообще уже ни в какие рамки не лезет это. Ни в какие рамки уже это не лезет. Просто. Льет и льет, льет и льет. Ветер льет. Ну, все ляди. Ничего не сделаешь. Так. Ой, там бы у меня не перевернулись. Вон, пью. B12 пью. Вот такие вот бутылочки. Там кнопочка с порошком сверху. Кнопочка. Нажимаешь ее, порошочек туда, в этот сироп малиновый опускается. И выпиваешь. Потому что с такой погодой... Ой, молчу. Молчу, ничего уже не скажу. Так, перекусили, поели. Желание чего-то делать отсутствует напрочь. Куда-то улетучилось. Это желание. Сначала думала, а потом передумала. Никуда не хочется. Холод, рыба, сырость. Вон, телевизор и все. Вот так вот невесело проходят выходные. Завтра у нас часы переставляем. Ну, сами переставятся, короче. В понедельник у нас по Германии намечаются забастовки очередные, которые никому не нужны. Вон во Франции, видали, что? Вот французы любят революцию. Я просто вообще вчера смотрела, половина полицейских на их сторону перешли, людей прям снимали каски, кидали наручники на землю. Потом еще пожарные тоже. Люди борются за свои права. Только плевать. Хотела правительство на их борьбу. Да, конечно, это все потом откуда, за какие деньги будет восстанавливаться. Ну, французы, им по барабану. Они там баррикады вообще любят. У них в крови это. Эти баррикады. У нас же проходит все намного тише это. Культурненько, я бы сказала. Представьте, если у нас намного тише проходит. Если французов не слышат, то наших тут подавно. Все, мы с Сережей пропили опять. Мы с Сережей уже пропили это. Настойчик, который я делала с лимона и с чеснока, надо еще будет сделать сегодня. Лимон есть, чеснок есть. Опять надо будет сделать. Сегодня последняя закончилась. Сереже скажу, пускай делает, он, в принципе, уже знает как. Сегодня тоже говорю, давай иди завтрак готовь.
Он говорит, яйца вчерашние остались вареные. Отварные. Я говорю, понятно. Все с вами. Понятно. Что-то еще арктические какие-то холода в марте к нам должны прийти. Вообще уже попутала все. Кстати, девочки, не могу понять, что это было. Вчера заходила, смотрела в ТикТок полный, короче, с этими видео разных стран по всему миру. И Канада там, и Германия в том числе. Все засняли какие-то звуки, прям такие страшные звуки по всему миру. Вот сейчас специально просмотрела страны в разные часовых поясах, короче. Ну, в разное время были одни и те же звуки, представляете? Я что-то подобное слышала, но я думала, у нас-то тут поезда вот через дорогу. Я думала, может, там что-то поезда выдают эти звуки. А это, оказывается, земля, представляете? Или вот это вот то, что сейчас землетрясения идут, и вот эти вот платы как-то создают вот такое, пока движутся. Ну, страшные звуки. Я не обратила сначала внимания, а потом, когда мне повылазила одна страна, другая, третья, и одинаковые звуки. Эй, что это такое? Фейк, не фейк. Ой-ой-ой-ой, что у нас врет? У нас вообще проблемы с водой нет. Девочки, что делается? Так каждый день. Я в шоке. Вот когда в окно видишь, вот только вот такое. А вчера немножко солнышко, но и дождь был вчера тоже. Вообще, вот когда смотришь, вот такое каждый день хочется. Хочется в отпуск сразу. Почему-то. Непонятно почему. Так, бутылочки пора. Опять, значит, надо сейчас нарезать, почистить чеснок. Раз уж сказали, в этом ничего запрещенного нет для организма. Так. Такие вот у нас выходные дни. Кстати, сегодня помазала лицо вот этим кремом. Но я сначала на руку проверила, вдруг аллергия у меня или чего. Короче, помазала руку, да, и уже сколько вот под водой лажу, а оно вот осталось такое эластичное и гладенькое. И лицо этим кремом я помазала сегодня. И прямо оно такое нежненькое становится, девочки. Хороший крем. Он, во-первых, жирный такой. И размазывается по коже хорошо. Вот это с улитками, что я вчера показывала. Хороший крем. Это в магазине Акцион. Экшен еще называют его. Поэтому, девочки, если увидите, крем хороший. Крем хороший. Сейчас я им буду какое-то время пользоваться. Так. Что творится? Посмотрите, что льет и льет, льет и льет. Я, конечно, все понимаю. Но у нас это круглогодично. Летом, зимой, осенью, весной. Постоянно. Постоянно. Что-то он, молодой человек, встал с телефоном, мокнет. Зайди же дальше. Там вон остановка уже стоит. Молодой человек, пройдите под крышу. Не мокните. Что-то звонит куда-то. Грязь, короче, грязь и сырость. Девочки на дачу на обед позвали. Сейчас с Сережей разговариваем. Сейчас смотрела. Россия запретила. Что там, ввоз, вывоз. Ну, неважно, короче, хер один.
всех корнеплодов, мяса, молочки, все. Интересно, я Сереже говорю, а хрен разрешат? Хоть бы хрен нам разрешили. Хоть хрен будем грызть, блин. Да, вот тут деревья зеленые, что не зеленые. Хотя бы хрен один остался. Че, наворотенили-то, наворотенили в миру-то. Ну ничего. Как говорится, только цветочки. Корнеплоды будут потом. Ну да. Сакура расцвела. Сакура? Да, подожди-ка, Сережа, я выпрыгну с автомобиля на ходу. Опа, Степа. Ой, кто-то собаку, что ли, потерял. А ну-ка посмотрю. Кого потеряли. А, точно, собачка. А, уж давно висит. Йоркширьер. Короче. Йоркширьеры потеряли. Смотрите, сакура уже зацвела. Сакура. Блин, только 5 минут не льет, час льет. 5 минут не льет, час льет. Тут все дачные домики. Че там, Сережа? Тихонечко давай. А то упадешь. Я чищу. Сережа после стрима везет меня в ресторацию. Короче, что-то у меня голова начинает болеть. Наверное, зря я кофе попила. Я себе давление подняла. На ходу открывает кабрио крышу. Дяденьку припарила. На улице холодно. Я в теплом платье и в курточке. Он решил на кабриолете покататься. Видать, морж, девочки. Бензин чуть-чуть подешевле, то Сережа тормознулся плеснуть. Прям что-то старее, что ли. Все, нельзя днем кофе пить, только утром организм привык, а тут ему стресс сделал. На тебе еще после обеда. Он испугался. Теперь голова начинает болеть. Ой, да. Ничего, может, пойду поем, легче станет, что ли. А что еще делать, блин? Еще запретить себе есть, то вообще нафиг надо. Тем более за все уплочено. Сиди себе, доешь. Красота, не же тупо. Ой, завтра начнется трудовые будни. Ёперный театр, прям не могу. Шефы мои в Египет свалили. Да, кроме сына старшего. Он работает. А те все посваливали. Ну и хорошо. Пускай едут с Богом. Отдыхают пузырьки. Весело. Пришли в ресторацию. Такой китайский. Так было вкусно, что забыла даже снимать. Уже мясо наелось. Голова так и не проходит. Этот семафорит. Бессовестно. Едем домой. Дышать тяжело. Дышать тяжело от головных болей. Чуть-то давление подскочило. Вернее, я его себе приподняла. Ой, как трясется. Надо штативик купить. Короче, вот неделя, выходные и закончились. Завтра с новыми силами опять вперед. Флаг в руки. Работать надо. Кто-то, конечно, будет дома сидеть. Да? Вот видите, кто кормит семью. Я и кормлю. Ну, сама, правда, сейчас поела. Плотненько поела? Так, нормальненько. Еще мороженком шлифанула. О. Ну, что в ресторане быть и сладкое не покушать? Это грех большой. Нельзя так. Поэтому
Думаю, ладно, гулять-то гулять уже, что. Тем более на халяву. Ну, на халяву грех не покушать. Ну, я что? Так бы я не ела. Ну, раз уже оплачено, то уже что. Думаю, надо, чтоб не зазря. Сегодня небо такое, более-менее. Вчера-то вообще целый день плакала, ревела, я бы сказала. Ой, вчера чего только не было, ну чего только не было. Сегодня хоть более-менее погода. Но ветер холодный, прям уши мерзнут. Ну да. Я даже не знаю, сколько там, 6 градусов только показывает, ветер холодный. 6 плюс. Ой, когда ж оно уже придет, то... Прям полетело, кому-то сплохело.